На телеканале «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска поговорим об основных событиях. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский в ходе видеоконференции доложил об исполнении поручений губернатора. Мы отработали те вопросы, те поручения, их было достаточное количество. Сегодня вынесли самые злободневные. В Ленинском муниципалитете прошли мероприятия по проверке готовности образовательных организаций к началу учебного года. Были некоторые замечания, есть еще небольшое время на то, чтобы их устранить, и я думаю, что они непременно будут устранены к концу августа. Детская школа искусств города Видное проводит дополнительный набор учащихся на бюджетные места. Способности есть у всех, их просто нужно раскрывать. Губернатор Московской области провел совещание в формате видеоконференции с правительством региона и руководителями муниципалитетов. На прямую связь с Андреем Воробьевым вышел и глава Ленинского городского округа Алексей Спасский, который доложил о ходе исполнения поручений губернатора. Подробнее в репортаже Юлии Погосян. Меньше недели прошло с момента визита губернатора Московской области в Ленинский городской округ. Тогда руководитель региона посетил ряд социально важных строящихся объектов и на ближайшее время наметил вектор развития муниципалитета. На днях о результатах работы Андрею Воробьеву доложил глава округа Алексей Спасский. На встрече жители просили и о новых автобусах, и о поликлиниках, торговых центрах. Алексей Петрович, мы вас приветствуем, уважаемые жители. Пожалуйста. Мы отработали те вопросы, те поручения, их было достаточное количество. Сегодня вынесли самые злободневные. А это в первую очередь реконструкция Володарского шоссе. На сегодняшний день завершается расширение до 4 полос. Асфальт практически положен. Заключен контракт с подрядчиком на реконструкцию Каширского шоссе и строительство без светофорных развязок. Подрядчик берет на себя обязательство не позже мая 2023 года, может быть в апреле, построить их и обеспечить беспрепятственный, безостановочный съезд жителей из пригорода Лесного, вообще со всего Володарского шоссе на А-105. Маленький тот кусочек, правый поворот при выезде из пригорода Лесного, которое было поручение, тоже в течение месяца сделаем. Также затронули тему строительства на Володарском шоссе нового тротуара. В Молоково работы ведутся по строительству, то тротуары это областная дорога, Мосавтодор. Это было видно, рабочие были. Вот проговорили то, что в течение сентября, начала октября тротуар протяженностью 429 погонных метров, он тоже будет построен. Внушительный объем работ предстоит осуществить в жилом комплексе «Пригород Лесное». Так, в этом году здесь начнется проектирование двух новых поликлиник – детской и взрослой. Обе рассчитаны на 500 посещений в день. Предполагаемая дата сдачи – конец 2024 года. Раньше прежнего срока в микрорайоне стартует строительство торгового центра. Торговый центр в проекте планировки был. Это вот та салатовая в правой части, в правом верхнем углу. Но он был, во-первых, вынесен от центральной части микрорайона. После недельного это обсуждения совместно с застройщиком, совместно с Министерством жилищной политики, Инна Аркадьевна очень активно сопровождала нас. Мы видим, что он перемещен теперь там, где вот такой фиолетовый кусочек. Это между двумя сложившейся застройкой и перспективной, которые сейчас вводятся. Наполняемость тоже мы можем видеть, что помимо торговли это будут и общественное питание, развлечения, и культурно-досуговые секции. Во время своего визита в округ Андрей Воробьев посещал очистные сооружения, расположенные в жилом комплексе Новомолоково, которые обслуживают и другой активно развивающийся микрорайон – пригород Лесное. За последние два года силами застройщика проведена их реконструкция. Кроме того, в июле в пригороде Лесное запустили дополнительные собственные очистные на 5000 кубов в сутки. И эти очистные, мы видим, в каком они сейчас находятся в состоянии, целиком и полностью покрывают потребности жилого фонда, и даже туда один из близлежащих коттеджных поселков будет осуществлять свой сброс. В настоящее время пусконаладка, и мы ждем, что с середины октября полностью начнется перезапитывать пригород Лесное, что высвободит, конечно, приличные
объемы в Новомолоково. Андрей Воробьев добавил о необходимости постоянного контроля строительства Южно-Лоткаринской автомагистрали, которая объединит и Ленинский округ. Старт проекту дан буквально на прошлой неделе. Юлия Погосян, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В школах муниципалитета прошли мероприятия по проверке готовности образовательных организаций к началу учебного года. В них приняли участие представители Ленинского отделения партии «Единая Россия» и администрации Ленинского городского округа. Комиссию возглавила заместитель главы администрации округа Татьяна Квасникова. В школах оценили качество ремонтных работ и соблюдение санитарно-гигиенических норм. Особое внимание уделили пожарной и антитеррористической безопасности, наличию необходимых материалов и оборудования для проведения занятий с детьми. Сегодня члены местного политсовета партии «Единая Россия» завершили объезд образовательных организаций Ленинского городского округа по проверке готовности этих учреждений к 1 сентября, к началу нового учебного года. Надо сказать, что в целом все наши организации образовательные к приему детей готовы. Были некоторые замечания, есть еще небольшое время на то, чтобы их устранить, и я думаю, что они непременно будут устранены к концу августа. Также перед началом учебного года создана рабочая группа по мониторингу безопасности пешеходных переходов возле школ. В нее вошли представители партии «Единая Россия», Управления образования, ГИБДД и общественных организаций. Перед каждым учебным образовательным учреждением должны быть установлены знаки, соответствующие разметка 519.1, 519.2. Также должна быть нанесена соответствующая разметка, и, соответственно, ограждения должны быть и светофорный объект Т9. В обязательном порядке должна быть установлена дорожная неровность. Оборудованию части пешеходных переходов тоже возник ряд замечаний, которые должны быть устранены до 25 августа. Детская школа искусств города Видное проводит дополнительный набор учащихся на бюджетные места. Также в образовательном учреждении открылись две новых специальности – гусли звончатые и арфа. Музыкальную тему продолжит Наталья Буслаева. Звучание гусли завораживает с первых нот и переносит слушателей в мир русских сказок. Теперь научиться играть на этом музыкальном инструменте можно в детской школе искусств города Видное. Поможет овладеть мастерством Анастасия Воронина, новый преподаватель по классу «Гусли звончатые». Наш инструмент более особенный, чем другие струны, например, балалайка домра. Мы отличаемся с ними тем, что на балалайке домре, например, играют по принципу зажимаем то, что нужно, а у нас наоборот. Мы зажимаем то, что не нужно, и играем медиатором. Тем самым наши пальцы всегда остаются в целости и сохранности. Еще одна специальность не менее сказочная. В наступающем учебном году в школе искусств заработает класс арфы. Занятие будет вести Айдана Карашева, выпускница Московской государственной консерватории имени Чайковского, музыкант в третьем поколении. В России она появилась в 18 веке. И входила в обязательное обучение в Смольном институте благородных девиц. Конечно же, при обучении мы будем обращать внимание на эстетику, на изящество. Как только прикасаешься к арфе, уже появляется ощущение волшебства и сказочности. Еще один новый педагог Глеб Сильченко научит играть на баяне. Сам музыкант 7 лет играет на этом инструменте. Народные инструменты – это всегда они именно до глубины души трогают любые, что гусли, что баян. Наверное, что баян самый распространенный, самый красивый, что уж там греха таить. Ну и самый, наверное, удобный из всех народных инструментов. Так что думаю, что баян один из лучших вариантов. На всех этих отделениях можно учиться совершенно бесплатно. Руководство детской школы искусств объявило о дополнительном наборе учащихся на бюджетные места. Мне очень радостно отметить, что администрация Ленинского городского округа, в частности Алексей Петрович Спасский, глава Ленинского городского округа, нашел возможность увеличить школе бюджетные места на определенное количество, на 90 бюджетных мест. И 26 числа у нас будет дополнительный набор, который не будет отличаться от основного, потому что все эти места будут выставлены на прием. Заявление на обучение ребенка нужно подать на портале госуслуг. Вся информация по приему размещена на сайте детской школы искусств города Видное. Способности есть у всех. Их просто нужно раскрывать. Нужно правильно иметь подход к каждому ребенку, и тогда как бы
каждый сможет играть. Уважаемые родители, уважаемые жители Ленинского городского округа, города Видное, приводите своих детей к нам на бюджетное отделение, как я еще раз повторяю, это такая уникальная возможность получить бесплатные образовательные услуги. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Большим праздничным концертом отметили в Видном День государственного флага Российской Федерации. Мероприятие прошло у кинотеатра «Искра». Подробности в нашем следующем сюжете. Отмечать День государственного флага Российской Федерации 22 августа в нашей стране начали 28 лет назад. Хотя сам триколор появился еще на рубеже 17-18 веков. Три цвета имеют официальное толкование. Красный означает державность, белый – свободу и независимость, а синий – цвет Богородицы, под покровом которой находится Россия. Там, где развивается российский триколор, там надежно и безопасно. Мы чтим прошлое, уважаем сегодняшний день и с большой надеждой и уверенностью смотрим в будущее под флагом великой страны, великой России. Большим праздничным концертом отметили День государственного флага Российской Федерации в Видном на любимой городской площадке у кинотеатра «Искра». Мы гордимся своим флагом и знаем, что этот флаг мира, дружбы и объединяет многие-многие национальности. Да здравствует флаг Российской Федерации! Символом России являются не только официальные признанные, но и то, что близко нам, каждому человеку. Это, естественно, наши березки, луга, поля, а главное – люди. Люди, которые всегда отличаются добротой, любовью. На концерт пришли, как говорится, и старый млад, многие целыми семьями. Вот это патриотично. Мы же должны быть. Люди. Мы живем в этой стране. Мы в этой стране, и мы любим Россию. Прививаем. Все здорово. Праздники, чтобы знала. Ей нравится. Чтобы порадовать, получается, детей, ознакомить их немножечко с нашей культурой, чтобы они приобщались к российскому нашему менталитету. Замечательное настроение, хорошая погода, хорошая обстановка. Дети, пожилые, молодые, все здесь. Как концерт? Отличный концерт. Очень нравится, хорошие песни, все замечательно. Танцевальные номера сменялись эффектами вокальными выступлениями. За туманами, в тишине лесов и полей. Ну а юные видновчане могли сделать аквагрим и поучаствовать в необычном мастер-классе от квилт-клуба МБУ «Энергия». Из таких полосочки, из полосочек разных, вот видите, они все заполняют. А когда мы это все перевернем и снимем нашу схемку, ну вот почистим потом немножко, у нас получится вот такая красивая картинка. Активисты Ленинского отделения партии «Единой России» раздавали видновчанам бело-сине-красные шары, ленточки триколор и флажки. Ну а праздничный концерт завершился массовым красочным флешмобом. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видно этого. Новый этап соревнований по мотокроссу и питбайку состоялся в деревне Горки. Впервые в рамках состязаний прошел отдельный заезд на электромотоциклах. Чем еще запомнилась гонка, расскажет Олеся Попова. Мотоциклы, облегченные питбайки, электромашины, моторы ревели на протяжении нескольких часов. Большинство участников – подростки и молодые люди. Например, Григорий. Ему всего 15, а гоняет на протяжении уже 5 лет. Сложность состоит из того, что у нас работают все группы мышц, абсолютно все. То есть, начиная там от спины, заканчивая там пальцами. Вот. Опасность, она практически не составляет, все зависит от экипировки. Если ездить с умом, все продумывать, тренироваться хорошо, вряд ли вы сможете упасть. Тем не менее, редкая гонка обходится без травм. На соревнованиях обязательно дежурят несколько бригад скорой. В этот раз помощь медиков оказалась крайне необходимой. 17-летний участник неудачно упал во время тренировочного заезда. Итог – сломанное ребро. Опытные гонщики рассказывают, в мотоспорте нельзя полагаться исключительно на машину и экипировку. В автоспорте там прямое значение автомобиля для результата, ну, грубо говоря, 70% и 30%
гонщик, а у нас наоборот. Мотоцикл, конечно, тоже очень важно, но мастерство гонщика более половины от мастера гонщика зависит. А какие характеристики? Ну, сила, момент, сила, реакция, огромная реакция. И главное, конечно, желание – идти к цели. Забыв препоны, напомни цель. Для Бориса Дмитриевича Юдина мотоспорт – это вся его жизнь. Чемпионом СССР по мотогонкам становился 14 раз. Затем воспитывал лучших спортсменов Союза. Тренировал практически до 80 лет и до сих пор поддерживает и дает советы тем, кто только начинает карьеру. Долгие годы работают рука об руку с Николаем Радченко, заслуженным тренером СССР по мотоспорту. Сегодня Николай Михайлович – один из главных организаторов гонок в Ленинском округе и наставник многих участников. За развитие авто и мотоспорта болеет всей душой. Даже свой день рождения празднует, находясь на гонке. Я начинал тоже с 12 лет заниматься этим видом спорта. Занимался мотокроссом, занимался мотоболом, занимался спидвеем. Говорят, чем раньше начнешь, тем увереннее себя будешь чувствовать в свое время. Ребята начинают познавать навыки технической грамотности. Они разбираются в моторах, разбираются в физике и развиваются физически с тем, чтобы потом можно было показать хороший результат. Чем раньше начнешь, тем лучше результат. В этом уверена и Екатерина Свирина. Оба ее сына гоняют на мотоциклах. 4-летний Дмитрий младше не только в семье, но и на гоночной трассе. Ну, мне кажется, это мужской вид спорта. Потому что у меня мальчики. Я хочу, чтобы они мужчинами были. Младший просто ходил на тренировки к брату. Сначала у меня в животе, потом в коляске, а потом уже у него не было выхода. Тем не менее, многие готовы поспорить, что мотоспорт – это исключительно мужское дело. Например, сестры Ксюша и Лера Романенко. Обе гоняют аккуратно, но уверенно. Поэтому обходятся без падений и травм, но на пьедестал регулярно поднимаются. У меня есть 2 третьих места. Я пришла, потому что у меня сестра начала заниматься. И мне это очень сильно понравилось, когда меня папа один раз посадил. Мне понравилось, и я захотела ехать. Интересно на мотогонках не только в качестве участника, но и в качестве зрителя. Кстати, 10 сентября на трассе в Горках Ленинских состоится финал первенства Подмосковья по мотокроссу. Среди участников будут лучшие из лучших, а значит, драйв и яркие эмоции обеспечены. Олеся Попова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи.